Итоги профессионального конкурса в театральной сфере «ПРОДИС» подвели в Новосибирске. В афишу 28-го фестиваля премии вошли 9 музыкальных, 13 драматических постановок и один спектакль театра кукол. Кто унес с собой заветные призы и кому отдали свои голоса зрители, узнала Екатерина Макаркина. Долгожданные встречи, дружеские разговоры, улыбки и фото на память. На церемонии вручения главной театральной премии Новосибирска атмосфера особая. Атмосфера дружественная, когда собираются все-все из всех театров. Давно друг друга не видели, возможность пообщаться, обменяться впечатлениями. «ПРОДИС» вручают уже 28-й раз. Театральное сообщество города традицию чтит и любит. Артисты признаются, понимать, что твои старания не проходят даром – главный стимул к дальнейшим свершениям. Актер, который уже уработался и ничего не видит, кроме ролей, премьер, каких-то потрясающих репетиций, не видит ничего такого света белого. И вот тут «ПРОДИС». Наша сибирская удивительная премия. Я рад, что она вернулась на круги своя. Я надеюсь, что их будет больше. Их должно быть много. Потому что театр – это праздник. Ну, зарплату в театрах дают до 8 числа. Это реально манифест. Смех не утихает в зале даже во время награждения. При этом за церемонией стоит серьезная работа. В течение 10 дней маститое жюри из искусствоведов и театральных критиков, среди которых оказались и столичные акулы пера, отсматривали музыкальные, драматические и детские постановки. И планка для лауреатов была высокой. Новосибирск, безусловно, является театральным явлением в российском пространстве. Да? И ни в коем случае его нельзя воспринимать как театральную провинцию. Уже хотя бы потому, что большинство режиссеров спектаклей номинантов хорошо известны по всей стране, и не только в стране, да, за ее пределами. Награды артисты, режиссеры и даже индивидуально отмеченный театральный фотограф принимали в лучших традициях звездных вручений с достоинством и манифестами об искусстве. Невероятное чувство держать ангела в руке. Вы знаете, театр – это красота. Красота – это единственная правда, которая существует на Земле. Для меня театр всегда был образом магии. И не будем страшиться страха. Победители этого года в 18 номинациях объявлены. Теперь привередливым зрителям будет проще ориентироваться в новосибирской афише. Кстати, лучшим драматическим по результатам зрительского голосования стал спектакль Тимофея Кулябина «Процесс». Екатерина Макаркина, Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!